Олег Алексеевич, вот мы сейчас находимся в вольере с одним из самых грозных хищников, да? Тигром. Да, он тигрица пьет воду рядышком. Тигрица спокойно пьет воду, вы едите шиповник, а ее дети бегают вон за нашими спинами. Но ведь это противоречит всем, не знаю, законам, что ли, природы, человеческого общения, да, с этими животными. Бросьте. Все придумали люди. С природой надо жить в гармонии. И природа полна чудес. И отношения человека и животных тоже не всегда такие, как общепринято считать. И в мире много тому подтверждений. В парке Олега Зубкова и мое общение со львами, тиграми, другими животными лишнее тому подтверждение, что если ты уважаешь природу животного, если ты его любишь, считаешься с его особенностями поведения, вот, то и животное начинает доверять тебе. Конечно, здесь важно не переходить какую-то грань, границу дозволенного. Но я ведь директор-создатель зоопарков. Я не просто какой-то непрофессиональный частник, который дома завел тигра или льва и вот признается, так сказать, в любви. Я это делаю уже четверть века и до сих пор живой. Ах, какая красавица! Василиса, иди к нам. Иди, мы что-нибудь расскажем об амурских тиграх. Или о чиновниках. Малыш бежит за ней, а она абсолютно спокойна. Да? Хотя знает, что мы в вольере. И два малыша за вами. И Василиса не переживает, не нервничает. Не знаю, я не перестаю этому удивляться. Хотя Василиса! И вижу каждый день. Писюни! Пришли. Иди сюда, скорее. Они сейчас, у них самый интересный возраст. Они учатся охоте. Они учатся познавать окружающий мир. Вон как они ходят за матерью. Смотрят. Играются. Идет к нам. Вася, на. Иди сюда, я тебе документы покажу. Вася, у тебя паспорт есть. Василиса.